Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Район Ролиплей. Это мой серия, пацаны, и сегодня покажу вам обновление, которое добавили сегодня. Буквально недавно, где-то час назад, короче. Давайте поедем. В первую очередь мне нужно купить машину, но вообще в первую очередь мне нужно купить дом. Поэтому сейчас мы доедем, купим дом, хотя можно в принципе тпхнуться. Дом я себе куплю здесь, вот на станции. По-моему, дом есть, вон свободный, давайте его купим. Потому что мой дом взлетел. Извиняюсь то, что я без мудпака, потому что я в основном просто админю, слежу за админами и так далее. Чтобы понимали, поэтому я без мудпака даже играю, мне даже тачки нету, чтобы понимали. А, что, дом занят? Ладно, давайте другой посмотрим. Мне просто нужен дом. И все. Так, вот еще по ГОСТу. Покупаем его или как там? У вас уже есть дом. А, в смысле? Так, стоп, спаун. У меня ID, давайте посмотрим. Спаун 67. Сет спаун. В собственном доме давайте. Ах, у меня есть дом, пацаны, вот. Заебись, все нормально. Я думал, он слетел у меня, но нет. Но машин, кстати, у меня нету. Роман Каспий, привет, я передаю, администратор. Так, давайте теперь купим машину. 522.00. Дадим первую очередь автосалона. И купим тачку. Кстати, у нас сейчас 70 человек, поэтому заходите, чуваки. Так, вот я купил себе машину. Это целика, целочка чисто. Поэтому как-то так. Без номеров. У нас номера, кстати, на машине ставятся. Просто у меня модпака даже нету. Поэтому теперь что нам нужно сделать? Найти гараж. Сейчас я буду их ставить, эти гаражи. И вот через админскую команду ставится. Я сейчас расставлю, чтобы вы потом могли купить. Ну, думаю, это место будет самое подходящее. В принципе, давайте я вам покажу. Я постараюсь везде, где есть гаражи, поставить. Но начнем отсюда. Так, лучше машину. И сейчас я пропишу команду. АДД. Так, про мне бы, ну, так вот ставить надо. Так. АДД. Сейчас чекну команду. Так, просто гаражи раскупают, пацаны. Все, я купил гараж. Вот, видите, теперь будет система гаражей. Давайте в него зайдем. Хотя давайте на тачке заедем. Так лучше будет. И хочу передать привет админу. Сейчас, где он был? Данил Лопатин, привет тебе. Короче, у меня что-то команда не работает. Да, я снимаю. Да, я снимаю. Блин, мне чуваки мешают, мне это кумарит. Блин, я провалился что-то. Такой у меня ди был. Год опять. Что-то с гаражами немного проблем. Так, вот, я зашел в гараж, что-то, блядь, баганулось, когда на машине пытался заехать. Ну, вроде бы должно нормально уже быть. Гараж довольно-таки крутой, интерьер у гаража. Но на тачке что-то я сюда вообще не могу заехать. Хм, странно. Так, давайте нажмем А. Альт нажимаем и обратно выходим. Сейчас создам какую-то машину. Левую. Попробую заехать обратно. Должно нормально работать. Либо надо просто... Чтобы никто в машине... Так. Надо только на личной машине заезжать. Угу, окей, фикс кар. Так, выгружу. Финт кар, давайте найдем мою машину, еще раз я попробую. Так, ТП. Анашан. Все. Сейчас доедем, еще раз пробую заехать. Может, блин, как-то у меня баганулось просто. Ну, блин, должно все нормально работать, по идее. Все-таки, блин, интерьер нормальный, кстати. Захожу нормально, вот в машине что-то проваливалось. Один раз провалился всего лишь, сейчас еще раз попробую. Кстати, в честь обновы, давайте я сделаю промокод вот такой вот. Гара. Сейчас давайте по меню. Кстати, гараж.
Гараж. Как эта команда была? Я не помню просто. Так, гараж. Вот тоже такая... Вот будет такая... Промокодик, так, и... Давайте 5000 кредитов. И 100 активаций пусть будет. Вот такой вот будет промокодик, пацаны. Так что успейте активировать его. Ну, а я погнал дальше. Так, нужно, пацаны, нужно немножко в АФК уходить, когда заезжаете на машине, смотрите. Вот вы заезжаете, нажимаете сигнал, и вот. А, вот, все нормально, даже не надо уже этого делать. Ну, что, пацаны, как по мне, это топчик просто. Лучше может быть просто. Давайте я парк даже пропишу. Все, гаражи здесь стоят, пацаны. Я скажу, чтобы их расставили везде просто, где есть гаражи. Поэтому заходите, покупайте. Я... Лям с половиной, по-моему, стоил, и сколько, я не увидел. Не, натурьер, кстати, прикольный натуре. Жалко, здесь дверь не открывается, да. Не, ну чисто можно сюда влезть, хотя не одна машина. Ну, штуки три вы сюда можете поставить, кстати, вообще легко. Да. Поэтому, пацаны, покупайте гаражи себе обязательно. Вот, они уже куплены здесь. Я скажу, чтобы просто везде расставили, поэтому... Как-то так. Ну, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright, yeah.